Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы вам покажем, как готовить макароны. Для этого нам надо чайник с горячей водой, просто чтобы ускорить процесс. Макароны у нас 400 грамм в пачке, соль и подсолнечное масло. Я вылью воду, поставлю кастрюлю на огонь. Теперь добавим сюда соль. Где-то 3/4 столовой ложки. Соль должна раствориться. Отлично. Теперь мы будем всыпать макароны. Смотрите, вода должна покрывать макароны, потому что они по мере варки, они будут впитывать в себя воду и подниматься, увеличиваться в размерах. Поэтому вода должна покрывать макароны. Еще очень важный момент. Нужно обязательно помешать, иначе они пристанут ко дну. Макароны варятся примерно 8 минут до полной готовности, обычные макароны, либо до альденте где-то 5-6 минут, если потом будет еще добавка обработки. Есть макароны, которые сделаны из другой муки, не из обычной, они варятся дольше. На каждой упаковке написано, сколько времени нужно, чтобы приготовить макароны. Значит, теперь мы будем добавлять подсолнечное масло. Масла надо немного, примерно 1 столовую ложку на всю кастрюлю. Надо перемешать, чтобы масло покрыло все макароны. Вот так. Можем накрыть кастрюлю, можем ее не накрывать. И через энное количество времени будем смотреть. Наши макароны готовы. Как вы видите, они поднялись. Они увеличились в размерах. Они стали мягче. Теперь мы будем выключать и сливать воду. Мы макароны слили, промыли их. Слипаться они не будут, потому что масло было. Так они у нас и остынут быстрее. Все, смотрите, какие они стали большие, мягкие. Поэтому все. Если вам понравилось наше видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии.